В Саратове ежегодно регистрируют свыше 1000 новых случаев рака молочной железы. Об этом рассказали специалисты на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с этим заболеванием. Ежегодно он отмечается 15 октября. Число пациентов, которым ставят диагноз рак молочной железы, постепенно увеличивается. При этом, говорят медики, количество тех, у кого определили рак на ранней стадии, тоже выросло. А потому высокий процент излечившихся. Сегодня около 90% пациентов после прохождения лечения продолжают жить полноценной жизнью. Остальные случаи – это те, кто обратился за помощью слишком поздно. Поэтому специалисты советуют ежегодно проходить профилактические осмотры и посещать врача при малейшем подозрении на опухоль. Если мы говорим о лечении больной в первой стадии рака молочной железы, то это получается, пусть три месяца. А самое главное, что перспективы, во-первых, косметического дефекта нет. Психологически женщина совершенно по-другому себя чувствует. И перспектива ее жизни, она, в общем, вполне оптимальный, такой хороший период жизни, столько, сколько, как бы, сколько было отведено.